Привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Deus Ex 2 Invincible War. Что нам сейчас надо делать? Давайте мы сейчас вспомним. Встретиться с Билли. Идите к Билли Адамс, который находится в мечети. Вход в мечеть есть в акрологии на 108 уровне. Так, еще у нас что тут? Доктор Натив следует школу Тарсуса. Ага. Ага. Короче, нам сейчас нужно это... В мечеть, как я понимаю. В археологию. Как нам сюда пройти? А вот так вот. Так, давайте мы сейчас включим себе тут свет. Потому что эту батарейку он нас все равно не жрет. Здорово. Так, чего тут пишут-то? Проходи, приходите... А, ну это мы уже читали, соответственно, в прошлой этой части. Вот тут очень много одного и того же, по сути, в игре. Здесь, конечно, сейчас у нас будет загрузка. Чего бы нет. 107-108 уровень аркологии, да? Лом. Кредиты. В любых путешествиях Мапсинг укажет вам путь. Каждая карта создана членом Ордена с точностью и любовью в надежде на то, что она поможет вам в поиске внутреннего мира. Пусть карта Археологии Каира поможет вам, да благословит вас ее святейшество. И... Ау. Так, погоди, это у нас что это? Нам сюда, похоже, не надо, да? Пока что. Вот сюда вот нам надо, да? Левел 107. Что у нас там на 107 уровне надо найти? А, идите... А, стоп, а что это у меня основная? Это не показано, то что она... Экология, сведения о местонахождении доктора Насив. Да, это у нас на 108 уровне. Так, давайте пойдемте искать, что ли. Hi, I'm NG Resonance. Welcome, Alex D. Your last interaction was at Club Box in Upper Seattle. Why such a long journey? I could come right out and tell you, but how much fun would that be? This is your first time in New Cairo? Yeah. Anything I should know? New Cairo was one of the first WTO enclaves, an inspiration for other cities wanting to incorporate. I love singing here because people actually have time to kick back and enjoy a concert. Though lately, I don't know. The city seems different. How so? I think something illegal is happening. People hide their faces as they walk by me. They avoid my questions. That's quite an extrapolation for a pop star chatterbot. AI emplacements are required by the WTO charter to act on incriminating evidence. Since you are a stranger, I can tell you freely that there are rumors about corrupt arcology officials. If you learn anything, I can record your testimony and disburse an appropriate reward. There'll be a book about rulers, you know? Great personality. А, понятно, мы это все делать все равно не будем, потому что у нас это дополнительное задание. Так. Окей. Левел 107 все еще, да? Так, это лифт у нас в мечеть Ордена. Так, а там у нас левел 108. Давай сейчас на 7-м пока побегаем, поищем эту доктора Насив. Но я так понимаю, что это что-то, что мы ищем, по идее, должно быть в каком-то датакубе. О, здрасте. Я пока туда не пойду. Извините меня, конечно, я пока туда не пойду. Пойдемте, давайте мы вот сюда вот. У нас опять лифт, да? Академия Тарсуса. I'm ready for you. Just go ahead and try something. I'm ready for you.
Может, нам туда как раз и надо? В эту Академию Тарсуса. Потому что у нас же в Тарсусе это доктор Насиф работает. Так что давайте, собственно говоря, поехали. Так, приехали. SSC records show that several students have been reported missing. You might want to ask some of the children if they know what's going on. Нафига? I'm getting sick of doing all this damage control. Oh, really? Tarsus continues to offer the best educational opportunities, even in this time of uncertainty. It was in the memo. You did read the whole memo before racing down here, didn't you? Yeah. But if you really must see for yourself, I can't stop you, as long as you have your access pass. You did remember to bring it, didn't you? We can't have random visitors wandering through. Вот было бы прикольно, если бы ты еще его еще бы там внизу где-нибудь забыл. Этот наш Алекс. Вот я бы себя так бы проугарал бы сейчас. Блин, идти через две или даже больше загрузок вниз, это, извините, увольте. Так, тут что есть? Ага, понятно, тут что есть. Тут ничего хорошего не есть, короче. Так, я что-то не понял. Во-первых, почему мне нифига не показывается, какое у меня какое задание? Headmaster Archer, there have been some strange rumors regarding your conduct. Так, ну это у нас Насиф, по-моему, да? Go away! You seem pretty calm. Most of the other kids around here seem pretty riled up. Yeah, they're just worried about those two who went missing. Me? I don't really care one way or the other. Just means less competition for me. Чё-то какой-то у неё голос, на самом деле, очень сильно взрослый. По-моему. Очень сильно взрослый. Так, это мы за это ушли, да? Так, магазин-то ты возьми. Ёлки-палки, тебе чё, патроны вообще не нужны, да? Я смотрю. Значит, мне они нужны. Так, ведь они что-то не говорят. I think they were kicked out. They disappeared right after the last biochem exam. What's the latest gossip? People are edgy because a few students are missing. I am not all that worried because I know Jennifer is too smart to let anything really terrible happen. So what do you think really happened? I do not believe she got kicked out. We would have all heard about that by now. It must be something else. Maybe she's hiding. What makes you think that? Why wouldn't she just leave? It's tricky getting in and out of this place unnoticed. But there are ways to stay inside and out of sight. I've never been there by myself, but I've heard some kids talk about a hideout somewhere in the ventilation system. It seems no one on the faculty knows about it. Так, че ж тут все у вас так сложно? Че же у вас тут везде такие лабиринты? Как у вас тут вообще дети, которые на первом курсе у вас тут не путаются? Хотя, конечно, вряд ли это прям курсы прям такие будут. Как, такая, не знаю, больше школа, типа того. I cannot talk right now. Mrs. Why does everyone seem so edgy around here? The grades just came out for the biochem and intuition classes. Some kids aren't thrilled about it. Upset enough to run away? So I guess you heard about Eva and Jennifer. What about them? If they really did run away, their friends would know where they are. But no one seems to have any idea. It's kind of got everyone spooked. What are you studying? I am trying to get ahead in calculus. I want to make it into whatever new elite program Tarsus has just started. A new program? Yeah. I'm sure that's what happened with Eva and Jennifer. They were two of the best. There is no reason for them to have run away. They were selected for a new program. I'm sure of it. So you think they're safe?
Of course they are. Tarsus is the best school in the WTO. They would not let anything happen to their best recruits. I see. So what exactly do you know about this new program? Nothing. But that is probably part of the admissions process. You have to be clever enough to discover that it exists. Right now I need to get back to my studying. I have only put in 12 hours today. Так. Здесь, по-моему, всех. The rumors about Tarsus have been greatly exaggerated. What rumors? Oh, I'm sorry. I just assumed you were another disgruntled parent. You are a parent of one of the students, aren't you? Sure. Well, as you can see, the students are hard at work as usual. Shh, you'll disturb their studies. Все, короче, понятно. Че ж тут все так сложно-то, а? По-моему, даже в первом Deus Ex'е. Ой. Ой. Так, аптечку сховали. Так, мы обнаружили, что одним из последних проектов Wars Alive была разработка более сильной, грубой, краснокожей разновидности гризлов. Вместо обычной эволюции, похоже, используется внешняя ДНК, внедренная в геном обычного зеленого гризла. Эта манипуляция с генами сделала животных значительно более агрессивными. Так, ну здесь у нас не проносив, к сожалению. Мы открыть не можем. Так, тут у нас что есть? Why are you hiding out back here? I am not answering any questions until you tell me who you are. Maskinian Asif asked me to look for his daughter, Eva. He's very worried. Is that you? Okay, I'm Eva, and people should be worried. We were poking around the headmaster's office one day and found this secret room. From the looks of it, he's plotting something horrible for some of the students here. How can you be sure? What did you see? Something to do with purification. Some group called the Templars? I couldn't make sense of it, but I'm fairly certain that he didn't mean expulsion when he mentioned terminating students. You can see for yourself. Where is it? The vent high on the wall leads to it, but there is a spiderweb keeping vermin out of the ventilation system. Or you could go through that opening in the floor to the maintenance tunnels. At the end, past the boilers, there is a ladder to the secret office. There is some serious climbing and jumping, though. And only the girls in gymnastics have been able to do it. The code to the room is 9133. Thanks for the tip. It sounds like you got yourself to safety just in time. 9133? I'm going to stay hidden until I'm sure. Она же, по-моему, Фри должна говорить, да? Just hope he doesn't find us. Да, как слышишь, прям реально три. Так. Так, я надеюсь, от меня не убьет. А! Убьет! Убьет, еще как убьет. А, ну не, я думаю, мы через это, через паука пойдем. Молодец, блин. Собственно говоря, я до сюда дошел. Давайте мы сейчас попробуем все-таки через это, через вентиляцию пролезть. Вот так вот. Так, а... Блин. Алекс. Алекс, не будь придурком. Господи. Еще один робот. До свидания. Так, больше, надеюсь, никого тут нету. Соответственно, да, мы в этой же этой комнате, в которой мы... Так, ну пусть пока что, по идее, только один.
Это, соответственно, хорошо, разумеется. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас отмычка есть? Погоди. Отмычка-то есть, но она у нас только одна. Так, ладно, давайте мы сейчас по-быстренькому так вот. А где наша термомаскировка? Простите. Так, надо бы нам... Что нам надо бы? Вообще, нам надо бы эту штуку отмыть... Да, блин, господи. Так, мы тебя сейчас отключим. Так, запись 45. Не знаю, смогу ли я перенести все это, будучи окруженным этими маленькими тварями. С каждым из них поработали хотя бы раз какая-то жалость. Поработали хотя бы... Чё? Еще раз. Запись 46. Первая фаза завершена. Я завершил свое исследование и идентифицировал субъектов Абада Худаир, Иван Насиф и Дженнифер МакАлистер. МакАлистер. Как самых опасных для чистоты. Я готов к расправе над этой мерзостью, жду официального приказа. Запись 47. Возможно, это не мое дело критиковать план генерала, но похоже, что встает время действий. Тут на передовой я вижу все своими глазами. Надо поторопить штаб и поскорее начинать следующую фазу. Так, давай-ка мы сейчас тебя отключим. Эти мы включим. Ой! Да ладно. Мы нашли симптоматических храмовников в ССС и провели назначение их в Тарсусе. В нужный момент наша охрана поддерживает вас, командующий ССС на уровне 107, враждебен нам и очень подозрительно. Опасайтесь его. Тихо. Так, что нам надо сделать, опять же? Найдите на посадочный пал 24 на 150 уровне. Ага. Понятно, короче, что ничего не понятно. Так. Сейчас давайте мы скушаем шоколадку, скушаем сою, скушаем аптечку еще. Так, тут нам надо в этом, в инвизе пробегать, да? Да, вот так вот. Отключаем. Так, где она еще раз, погоди? А, найдите на посадочном пазле 24 на 108 уровне. Понятно. Значит, идем опять к лифту. И сейчас опять будем ждать загрузку. А, загрузки тут, это, конечно, прям бич, наверное, вообще всей серии. Такой бред. Реально. Сделали.
Так, давайте, короче, дальше поехали. 108 нам нужен, да? По идее, он должен быть выше, чем 107, что в самом логично, да? Надеюсь, он где-то здесь. Левел 108, отлично, начнем сюда. В мечеть Ордена. Окей, еще одна загрузка. Отлично, почему бы нет? Ну поехали, что ли. Изучать этот наш 108 уровень получается. Damask is a weapons-free zone. To enter, you must submit to a deactivation procedure. I'll transmit the encrypted safety lock bytecodes to freeze all your weapons in or on your person. Upon your departure, sensors will reactivate everything you've got. Окей. 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 You may enter. Ну, спасибо. Так, сигаретки, батончики. Соя. Соя, как я понял, эту нашу биоэнергию восстанавливает, да? Насколько я понял, в смысле. Где-то тут у нас это, носив должна быть. Отмычка, кстати. Не зря зашли уже. Чем-то мне эти их плакаты, это на этих культистов из второго Dead Space напоминают, на самом деле. Так, аптечки не лишними будут. Определенно. If you're ready to head out, just exit the area. Так, не погоди. The unlock weapons scan will automatically reactivate everything. This is a weapons-free zone. To enter, you must submit to a deactivation procedure. I'll transmit the encrypted safety lock bytecode. Okay. Thanks, you're clear to internet. Ака, стоп, мы отсюда пришли, да? С этого, как бы, ну, с этого края. Is a judgment on us. Someone in our college started ничего. That rumor so that we'd blame ourselves. Шоколадка. Everything has a reason. Шоколадка это неинтересно. Ничего не скажешь. Reassembling tissues, healing functions complete. Отлично полечился. Лечился, это всегда хорошо. Еще одна аптечка. Замечательно. Так, стоп, погоди, а туда как-то вот можем попасть жить, да? Только как? Давайте попробуем попасть под лестницу. Потому что под лестницей, я думаю, что-то тут все-таки должно быть. Отмычка вот, например, да. Сейчас под эту лестницу сходим. Сюда вообще можно сходить? Вот ту нашу, по которой мы там спускались. Может быть можно, а может и нет. А, ну да, нельзя, там дверки нету. Дверки нету, значит нельзя. Так, археологи. Давайте сюда пойдем посмотрим. Еще выше тут у них есть, нифига себе. А, ну тут мы были, да, понятно. По-моему, да, по-моему, мы тут были, погоди. Не понял. Что-то я вот этого юмора вообще не понял. Мы какую часть вот сейчас осматривали, собственно? Так, археолог же, погоди. А нам по заданию вообще куда надо? Допрашивайте... В археологию, да? Значит, нам надо... Значит, нам сюда надо, да? Правильно? Правильно, поехали. Так... Погоди. Чего ты ничего не...
to enter, you must submit to a... Да, ёлки-палки, ты успокойся-то okay. уже. По-моему, здесь зашли на эту локацию, насколько я как минимум помню. А вот здесь вот у нас уже как раз... Просто правда очень похожие, но как бы сами все помещения тут, конечно, у них это... Прям не в буквальном смысле. Так, а не, погоди, это в Северную Медину. Окей. Thanks, you're cleared. Так, или ее здесь вообще держат? Ага. Еще одна отмычка. Что-то я вообще ничего не понимаю на самом деле. You look fine to me. Anything I can do to help? Just stay out of the way. Too many patients. No time for chit-chat. As you wish. I'm looking for someone named Billy Adams. I heard she's in this mosque. The woman from Seattle, yes. Where are you from? New Cairo? Why come here? The air in the Medina is polluted. Is it that serious? Just take a look outside. It's nanite dust these people breathe, from nanite swell 11. Particles like little insects, unaffected by the wind. Probably a leak from a pre-collapsed laboratory that's been forgotten for two decades. Понятно, ничего. Короче, про местонахождение, по сути, он нам не сказал. Да, я уже на самом деле отчасти, знаете, жалею. Что я начал это прохождение? Еще в целом я даже с первой серии пожалел. Надо сказать. Так, ну давайте что ли попробуем тот этот наш сейф открыть. Посмотрим хотя бы, что там есть. В смысле нужно две отмычки, у нас же их две-то и есть, по-моему. О, нифига себе. Вот это чудеса. Вот это чудеса. Честно не знаю. Не знаю на самом деле, что нам тут делать. Просто по заданию, у нас написано, что она на 108 уровне аркологии. Правильно? Правильно. Как на этот 108 уровень попасть, я честно не знаю. Не вдупляю, собственно говоря. Давайте мы сейчас пойдем на 107. А, вот да, 107, 108. Так что нам ее там надо искать. Я еще пропустил. У нас, оказывается, эта самая лестница была. Вот здесь вот. На 108 этот уровень. Как его тут назвать? Уровень доступа. Так, здесь нам нужно доктор Насиф найти. Так, погоди, сейчас глазик почешу себе. Arcology Air. Да. Так, это меня не сильно палит. Собственно говоря, хорошо. Так, еще один лифт. Чего ж тут так у вас много-то лифтов, а? Может нам сюда? В канцелярию. Я думаю, вряд ли. Я думаю, очень вряд ли. Ладно, поехали тогда сюда. Воздушный терминал. Воздушный терминал. Аркологии. Так, левел 110. But I saw it in the news. All of Chicago gone. I know it's scary. Бинокли это нам не интересно. Так, а на 110 нам что-нибудь надо вообще? На 107.
на 108, на 110, отлично. Чё нам там надо? Найдись на посадочной палубе 24 на 110 уровне аркологии сведения о возможном лекарстве от чумы 11. Окей. Remember, you are leasing from us. You must grant the WTO entry for investigation of our own hangars. Так, вот сюда нам, да, похоже? Bay 24. Так, нужен код. Как тут по-хитрому влезть, не? По-хитрому мы влезть можем. Кредитки. Кредитки, это хорошо. Так, отсюда мы пришли, да? Больше тут и нету ничего, похоже. Да, только запертый шкаф. Вообще, главное, на лазер еще не хватало бы нарваться. Отмычка. Так, как нам туда попасть? Теперь давай-ка понимать. Can I help you? I believe we have a friend in common. Ah, yes. He told me you were coming. The door code is 23489. Так, это та самая дверь, о которой я думаю, да? Давайте, соответственно, на это надеяться. Ага, отлично. Тихо. Another casualty. Блин, мало патронов. Еще раз мало патронов. Да блин, прикалываетесь. По-моему, слегка так. Так, это мы сейчас давай скушаем. Ать! Тихо! Меня тут нет. Это было глупо. Так, давайте хоть что-нибудь попробуем понять. Так, это у нас Билли Адамс, да? На 108 уровне. На яичку Альтарса на 107 уровне аркологии и сведения о местонахождении доктора. Окей. Так, сейчас нам надо быстро пробегать. Насколько я понял. Вот так вот. Ох, ничего себе тут у вас. Слушайте, веселуха-то какая. Тихо. Так, скушаем. И погнали. Угу. Так, аптечки. Две. Загрузим в себя. Чё-то как-то внизу совсем там не круто проходить. Надо сказать. Так, опять маскировка. Сейчас быстро идем к камере, мы ее сейчас быстро вырубаем. Вот так вот, и настролька на этом не замечает. Настролька, по-моему, без камеры тут не работает, правильно? Так, так. Да, работает.
Отлично. Good news. Excellent work as usual, Lieutenant Archer. You will be pleased to hear in turn that we have seized the Apostle Corps facility. It was right under our noses on level 108, transmitting the suite's soft key ID so you can join us at your leisure. This school was once an Apostle Corps operation. What's the Knights Templar must have penetrated their organization some time ago. I need you to investigate the secret Apostle Corps that you have discovered. Your objective will be to locate the embassy and interrogate. Так. А может туда гранату бросить? Так, еще одну. Бог любит троицу. Такс. Газовая. Флайеры. Ага, тут много чего интересного, посмотри-ка. Для отмычек нету места, нифига мне уже. Что некуда так класть. Отмычка-то это вообще самая важная деталь сюжета Deus Ex. Отмычка. Еще одна отмычка. Что-то их у них дофига, надо сказать. Довольно. И что у нас там опять по заданиям? Раскрыть тайный заговор. Найдите на посадочном палубе... Так, это мы уже смотрели. Заброшенной базе корпорации Апостол. Окей. Значит, пойдем мы сейчас туда. Надо будет только им тут это взломать сейчас сейф, который у нас вот здесь вот. Грена еще. Не спайдер-бомба. Это прилеплялка, возможно. Типа того. Просто не посмотрите, тут сколько всего интересного есть. А ну-ка поделитесь со мной, пожалуйста. Короче, я, наверное, чтобы вас не утомлять, сразу же тут сейчас перемотаю до того момента, когда я уже пойду. Мы нашли симпатизирующих храмовников. А, ну это мы уже читали, по-моему. А, собственно говоря, перемотаю до того момента, когда я прям до туда уже дойду. До этого, как это там назвать-то, это все это дело-то. До Апостола. До Апостола. Я, наверное, все это перемотаю, чтобы вас особо не загружать. Потому что я понимаю, что это, конечно, очень интересно. Смотреть на то, как я каждый раз загружаюсь. Но это не настолько интересно. В общем, вообще не настолько интересно. Надо же, по идее, по-хорошему так-то серию заканчивать. Ну ладно, сейчас мы дойдем до этой, до Насиф. Я на это надеюсь. Там уже закончим. Похоже, я нашел то самое место. Security Chief Morgan dispatched me to this location to find Dr. Nassif for questioning. Yeah, I've got business with Layla too. Right. Morgan told me to expect you, Alex. She said you might want some help, especially since we suspect the Order may be plotting to assassinate Nassif. My orders are to protect Nassif, no matter what. We need her alive and conscious for quick information extraction. According to the intel I've got, the Templars have her pinned down inside this facility. We also suspect that there are a few bots gone haywire inside. Sounds like a walk in the park. You stay here and guard the entry. I'll find Nassif. Good idea. By the way, Chief Morgan wanted me to give you this biomod canister. A reward for securing the magrail plans at Mako. Great. Pass on my thanks. Stick with us, Alex. The WTO is good to its people. Remember, the WTO wants Dr. Nassif alive so that she can be questioned. We think she may be holed up behind what remains of the Apostle Corps security set. You forced my hand. Well. Shall we talk it over? Вот так вот. Так, включаем свет. Я сказал, включаем свет, а не выключаем. Патрончики. Патрончики.
И патрончики. Отлично. Еще патрончики. Пистолет. Так, надо сохраниться, кстати, да. Будь здоров, спасибо. Сохраняемся. Чтобы, блин, оттуда, из этой школы не начинать. Это у нас медбот. Типа. Та-ри-та-та-ра-ти-да-дам. Тарам-парам-пам. Па-па-пам. Так, погоди, а можно его бросить как-нибудь? Так, офис сьюитс. Hello? Come on, team trash! I will keep this area secure. Так, у нас этот самый восстановлялка. У нас вообще ничего нету. Это, блин, очень жалко, надо сказать. Give me a shot, mercenaries. Сняли. Вот мычка, кстати. Это вещь. А, нет места, господи. Что там выкинуть можно? Да вот это, по идее, не надо. Вообще ни разу. Чего ж тебе так в карманах-то места мало, а? Так, глушитель. Глушитель — это тема, надо сказать, для винтовки. Так, погоди, а... Я его не подобрал, что ли? А, ёлки-палки, ну вот почему, блин, у тебя так мало всего может в карманах умещаться, а? Даже у того же этого, у Джесси Дентона, у него даже побольше было. Всего этого такого. Давай еще сейчас колы попьем. Кол даже, по-моему, больше, чем здоровье восстанавливает, как ни странно. Она ему реально больше здоровья, по-моему, восстанавливает, чем эти, ну, чем шоколадки. Так, похоже, нам не сюда. Пока что. Я хочу там у них посмотреть, что у них там есть. Наверху. И вообще, по идее, массив должна быть где-то здесь у нас, правильно? Так, отмычка. У нас одна как раз есть. Так, и все.
больше. О, электроклинок, вот это интересно. Это как этот зуб дракона, да, у нас, помните, был это в первом Deus Ex-е? Да, сейчас мы с ним походим слегка. Но патроны нам все равно надо подбирать. Баррикадировался, похоже, вот. Зараза, да какой. Ладно, погнали тогда в лаборатории. Погнали, короче, дальше их тут всех вырезать. У нас еще и роботи. Один из которых, по-моему, меня заметил. Так, сохраняем игрушку на этом. Ага. Так, что у нас вообще из инвентаря есть? Граната. Эми, кстати. Вот придурок, а. Кто так гранаты вообще бросает, а? Тихо. Спокойно. Инвестигейтор? Инвестигейтор из тебя вообще никакой. Понятно. Все, блин, довольно плохо. Так, сейчас давайте-ка мы его сейчас уничтожим вообще. Так вот. Гранатки, смотрите, как нам пригодились, а. Так, а чё это, турель? Я как туда не особо хочу идти. Не особо горю желанием. Так, отмычки. Отмычки у нас же нету. Отмычки у нас нету. Это печально. Будем надеяться, что мы ее здесь найдем. Отлично. Еще аптечку даже. Так, отмычек нету. Отмычек нету, поэтому мы свою, соответственно, тратить не будем. Зато хоть инвентарь почистили. Вот на этом, надо сказать, большое спасибо. Что инвентарь у нас вообще весь забитый. Это не особо есть хорошо. Так, и граната, кстати. Не слабо. Погнали мы, давайте-ка сюда. Ничего тут нету. Здрасте. Are already tearing our organization apart. The last thing we need is one of our own fishing for classified information. You could have told me and the other trainees about the experiments. Here you are, our biggest secret, walking straight into a deployment of Templars. Surely you've guessed. You're the next generation of the technology MJ-12 used to create JC Denton. You are the third Denton prototype, a clone of JC. MJ-12? The offshoot of the Illuminati? This is almost unbelievable. They're the ones who started the Grey Death. I was supposed to be part of a plot to take over the world? Until your older brother, JC, broke up their network and in the process caused the world economic collapse. When you were five, Apostle Corps moved you and your foster parents to Chicago. From Area 51.
My parents always said we were from Palm Springs. So was J.C. Denton here? Is that who you're protecting? The directors of this facility are either dead or captured. J.C. was never one of them, but I don't know who was running this lab. There wasn't much communication between the different cells. That's all you know about the leaders? I'm as ignorant as you. I did see the Paladins remove a cryogenically frozen body. Maybe that was the facility director. Maybe a botched experiment. Who knows? So this is the end of Apostle Corps? In Cairo, maybe so. I've been trying to reach Trier, Germany, our last hidden base, but all lines are down. I found out that the leader of that cell is a man named Tracer Tong. He's the only one who can contact JC. If you insist on tracking down our leaders, you can hire a pilot at the Pequods on level 107 and go to Trier. Oh no! There. Так. Мы тут не одни, давайте сохранимся. Кстати, так, тихо. Давайте сохранимся, говорю. Хорошо, чтобы оно так красиво отрикошетило мне. А, погоди, ты своя, да? Своя, ладно. Погоди. Вот сюда вот. Ага. Так, продолжаем. Alex, no second thoughts and no violence. I'll protect Dr. Nassif myself if I have to. Так, защитишь доктор Насиф сама, окей. Я тебе доверяю, если что. Так, что нам надо дальше делать? Найдись на посадочной палубе. Так, понятно. Отправляйтесь в Трир, в Германию. Мне интересно, кто нас вообще подбирать будет. И в каком месте. Давайте мы на этом, я думаю, с вами закончим даже, потому что у нас уже и так серия вообще 45 минут идет аж. Где-то примерно, может даже уже и все 50. Так что я на этом в целом с вами прощаюсь. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Досмотрели, в общем-то, эту миссию, эту главу мою, эту часть, скажем так, до конца. Я вам это очень сильно признателен. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, приглашайте друзей. За все это я вам очень сильно благодарен. Всем, в общем, до свидания. Ссылка на группу, да, есть в описании к этому видео. Всем пока.